Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы посетим Милан, побываем на площади Миланского собора, Дуомо ди Милано. Однажды мы летели в Италию на остров Искья стыковочным рейсом через Милан, из Москвы через Милан. В Милане у нас было пару часов времени. Что можно сделать за такое короткое время в Милане? Конечно, посмотреть знаменитый Миланский собор. И мы махнули к этому собору. Но нам, как иногда бывает, не повезло. Только мы приехали к собору, и в Милане начался ливень, который бывает очень-очень редко летом. Все впечатления от собора оказались покрыты дождем. Удалось записать это видео. Ну и в собор, конечно, мы не попали, потому что пока мы ожидали его окончания, нам уже пора было ехать в аэропорт.